Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас и Тучка, Госдума, Плеймар, Гусанёк, Сергей, Тайм, Фуфло, Гафака, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Ребята, сегодня у нас офигенная рубрика и класснючая карта, которая очень нравится всем. Это Big City затоплена. Будет выживание на крыше, но правила сегодня будут немножко изменены. Я буду один ездить за пацанами и должен их сбивать. Если спите, кушайте, приятного аппетита. Я начинаю веселиться, угорать и поднимать всем настроение. Погнали. Во-во-во-во, вижу. А жертву? А что-то я думал, будет легче. Ты что, перепрыгнул машину? А это не закон. Хорошо. Это чуть-чуть зима. Да вы задрали, я не смогу так сбивать вас. А вы тоже перепрыгиваете машину? Ну это до поры до времени, жизни все натратится. Я просто за Димой бегаюсь. Ах ты, ну блин. Есть, Госдума! Теперь нас двое. Все сложнее намного. Намного сложнее будет. Давайте еще упади. Если я упаду, я буду проигравшим, а я хочу затащить. Да что ты сделал, блин, там мы ж в одной команде! Да вы что, мочите? Хорошо, я понял, у нас тут не команда, а враги. Смотри, первый... Ох ты, блин, гусянела! Блин, ну гусок, гусяк. Ребята, для встречи отлично, что я надеюсь, вы уже прямо сейчас влепили лайкосик. И кто не подписан, вы должны что сделать? Отписаться. А ты смотри, что это было! Ну ё-моё, дави! Есть! И тучка! Голубучка! Ребята, у нас уже трое, понимаете? Мы лучшие игроки на планете. Я вас ненавижу, что делать? Да как? Ай, блин, да ладно, я подался специально. Блин, ну это прикольно улетать вниз. Эй, тучка! Писатель. Так, тихо. Подожди, а вот, да, есть. Гусенек, ты хочешь, чтобы я упал, да? Да. А я не упаду. Ах ты, блин, да как я тебя не сбил? Да ты побежал! Ну смотри, что вы чудите, но вы улетели вниз. Так, мы еще одного сбили. Ребята, он оказывается не так уж-то все и сложно. Да блин, ты машину прям передо мной заспавнил. Я чуть фуфлика не сбил, меня тут сбили. Гусанёк, ну ты прыгаешь как гусь, понимаешь? Так некрасиво делать. Вот, Гусанёк, мы должны его зажать. Есть! Молодец! Молодец, блин, это круто. Так, кто у нас остался выживший? Я. У еще одного сбили. Чё, все? Ай, ну что ты делаешь? Мы всех убили? Мы готовы. Давай, покажи, на что ты способен. Я сейчас буду самым... Просто упал вниз. Ну блин, да нет, ты должен нас сбивать. Ты хотел, он хотел воду сбивать, так не работает. О, я прям на крае стану и буду как Гусанёк перепрыгивать. Гусанёк, легко перепрыгивать? Да. Все, я сижу на корточках и отдыхаю. Я сижу и отдыхаю. Я тебя могу скинуть? Смотри. А, боишься ехать? Конечно. А я буду машину монтировкой бить. Машину ломают. А жизнь где тратится у машины? Конечно. А ну все, бейте его монтировкой, разбивайте его тачку. У тебя же машина, что друшлак, решите все. Только вы аккуратно. А, жизнь отнялись. Ладно, все, я пошутил, я не буду тебя убивать. Ой, у него же машина пердит. Все, есть, Госдума слился. Ну вот так, он прям под колесо попал, я видел. Так меня же Гусанёк задавил, а не Эми Фуфлик. Как я его задавил? А это нереально? Каким образом? Реально-нереально, ладно. Это немножко виртуально. Рыба. Ай-яй-яй! Я тебе колеса попробивал. Есть! Гафаку сбили! Ой, ладно. Машины колеса пробили его все. Все, я вот тут стою и никого не боюсь. Давай, кто меня хочет сбить? Я. Так, получается уже двое, да, на машинах? Да. Ну да, все, опа, летит. Надо как Гусанёк вот так встать и делать так, чтобы все падали вниз. Давай, я тебя жду, едь. Вот, правильно, едь. О, все, я помог. Кстати. Газуй. О, тут машина цвета какашки ездит. Да куда ты полетел вниз? Пацаны сегодня исполняют.
Слышь? Я его подписал. Ладно, вы их. Ааа, блин! Да ты ё-моё! Ааа, помогите! Ёкала, мене какала! Бум, в воду! Убили! Ещё кого-то сбили. Саня, вылезай. Элегантно. Эй, Гусанёк, я тоже так хочу. А что он делает? Он наверху сидит, я его никак не могу. Не, Гусанёк, выходи. Я жду, пока все сольются. Не, так нечестно. Это реально нечестно. Ты же делаешь так, чтобы мы тебя не сможем сбить. Ой, не, выходи. Нет, тихо. Я сейчас возьму машину, которую невозможно будет перепрыгнуть. Давай. Даю. Во. Дима, можно ведь... Опа, есть. Опа, есть. А, что? Блин, да с кем я играю? Что вы делаете? С кем ты играешь? Блин, ну я хочу выжить. Ну, пожалуйста, машина, заезжай. Корыто вонючая. Ну, нет. Ну, ладно, я буду лететь. Красиво сейчас в воду булькнусь. Бум. Ах, повезло. Вот, давай. Ну, блин, да что ж она как рахитка едет. Гусанёк. Я тебя убью, я тебя собью. Блин, ну ты гусь, да, еще тот. Ха-ха-ха, реально тяжело сбить. Ну что вы падаете, блин, у нас классность. Ха-ха-ха-ха, пацаны, суицид какой-то поставил. Есть, Гусанёк! Ну и я тоже пожертвовал собой, но зато это было красиво. Хорошо. Так, отличненько получается. Возьму такую рахитку, убитейшинскую. А чего вы там сидите, сласьте? Да ладно тебе. Эй, ты мою машину будешь бить? Да. Вот-вот-вот, жертву вижу, давай, сбивай его! Ай, ну. Ай, да слышит меня! Ну, давай, дави! На! А я жизнь потратил тебя чуть-чуть? Да, 85%. Отлично, так, мы сейчас разгоняемся и тут его давим. А, нет, он не туда побежал, хитрый жук. Ты ж хорошо играешь, я выхватил тактику, как играть, мы неправильно играли все это время. Правда? Да. Ой. Отнялись из жизни. Я страх жизни. Опа, то что вы все падаете? Дайте я собью и тучку лично. И Туся, и Тусечка. И Дося, да? И Дося. Да блин, машина квадратная морда. Все за Итучкой, все за Итучкой! Ну пацаны, ну мы давайте... Да мы в команде, ну что вы делаете? Ну я же за вас! Да стой! Лети! Я один остался? Да вы все права купили! Нет, да, ты один! Или нет? Да, а не, он еще сзади бегает, челепиздрик. Так. Опа, есть! А, блин, по плащу коснулся. Ладно, говняная машина, нормальную взять. Она очень медленная. Где моя скоростушная машинка? О, вот это мощь. Да вы меня давите. Да зачем? Ай, Гусанёк не виноват, ладно. Надо ж кого-то обидеть. Ух ты! Да вы что? Хотел сказать, что вы как я падаете. Да! Есть! Все! И Тучка, если ты сейчас продержишься минуту, ты будешь лучшим игроком на планете. Он читер. Ух ты, тихо. О, я знаю, давайте я перегорожу здесь дорогу, он не сможет тут бежать. Он перепрыгните. Ничего страшного, но это будет тяжелее ему сделать. Я его жду здесь. Давайте, гоняйте его. Сюда тащите. Хорошо. Придется его сбить так. Блин, тяжело его подловить. Ух ты! А что вы делаете? Да я не знаю, видишь. О, у меня здесь не команда, а враги какие-то. Продлевает. Это жесть, что творится. Ну, что, пацаны, и Тучка выиграл, мы сдаемся или нет? Нет. Я сдаюсь. Конечно, не сдаемся. А где он? А вижу его морду. Он на другую пашку ушел. Да ё-моё, ну ё-моё, блин, я хочу так красиво сбить. Аж вылетаю из карты. Так, давайте возьмем тогда мега быстро. Вот есть очень быстрая тачка. Да смотри, он просто манцует вокруг. Как его убить? Ладно, есть! Есть. Ну я не знаю, он вроде минуту не продержал. А если продержался, я на монтаже вырежу, как будто. Как будто не продержался. Ребята, последний раунд. Самый классный. Выживание на машинах. 3, 2, 1. Дерби началось. Что это там, джипяка? Кто там упал уже, черт? О, я сейчас джипа скину. Я выиграл. Даже не слышь ты, джипи, хух. Давай, джипа. А едва я тебя скину.
А нет. Да. Эй-эй-эй, тихо, стой, я пошутил, стой, не вези меня никуда, ну пожалуйста, не надо. Да что с машиной, не валяшка. Есть, отлично, я съехал. Давай будем разгоняться и тарани всех. Что ты, голова? Бум! Вот это удар. Вот там кто-то на каком-то мечеклете едет, вонючем. Да ну не надо, ну пожалуйста, ну что ты делаешь, ну блин, лети вниз. Че, больше никто не падает? Ну да ладно. Бум! И в воду. Бам! Это было четко. Так, смотрим, еще там никто... О, еще долетит машина! Все? А еще долетит? А что вы все падаете вниз? Это что, машинопад у нас получается какой-то? Так, осталось три машины и один квадроцикл... А, две машины и квадроцикл. Квадроцикл? Угу. Квадроцикл выиграет. Так, я вижу... Ставим. Ага, вот квадрик и тучка у нас. Квадроцикл. Все, квадрик свалился. Картинки на маленьком таком, но потом я понял. Давай. И тучка вонючка. Ой, я это, давай. Кстати, складно получилось. Давай, скидывай его, у тебя есть все шансы. Давай. Но если вы упадете вдвоем, будет ничья. Надо, чтобы кто-то остался по-любому в живых. Давай, тучка, бери хитростью. Вот такой себе, хитрость. А что, все? Ну ты видишь, что она делает. Да. Нет. Ну, есть! И тучка молодец! Красава! Это гусанёк был? Гусанёк, почему вы проиграли? Я затупил. Вы как победитель какие-то хотите сказать слова? Потому что нефиг расслабляться. Гусанёк просто... Вот такой, видите? Вот вам гусанёк, вот. Если вам понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Пока! Ой. Всем пока! Всем пока. Саня.